Выездное заседание по поводу долгостроя на Петра Сухова уже становится некой традицией. Оно проходит между дольщиками и подрядчиками под контролем администрации города. Проблемный дом почти доделан, однако сдать его не могут из-за парковки, на завершение которой ранее не хватало денег. Однако даже после того, как Союз строителей края выделил заем, проблемы остались, в первую очередь с железобетоном. Мы с вами говорили, мы уже, получается, больше 2 недель назад, о том, что здесь начнется, ну давайте, не круглосуточная, но, по крайней мере, полноценная смена по монтажу железобетона. Вот сегодня мы пока этого не видим. Причина проста. Завод не торопится поставлять плиты в связи с большим объемом первоочередных заказов. Ведь подрядчик и так, что называется, запрыгнул в последний вагон и уговорил предприятие посотрудничать. По словам застройщика, сейчас проблема с железобетоном решена. За 2 недели мы сделали, наверное, 90% кирпичной кладки первый-второй подъезд. Значит, смонтировали железобетон, тоже первый-второй подъезд, который необходим для первого этапа. Через 2-3 дня где-то фундамент стаканов начнем монтировать на третьем подъезде. Также выполнена опрессовка системы отопления, поэтому к концу октября в доме будет тепло. Однако этот момент дольщиков не сильно беспокоил. Их волновало внутреннее содержание квартир, в частности, регулировка окон и дверей. Субподрядчики заверили, что все работы будут исполнены буквально за несколько дней. Ну, благодаря, опять же, администрации, межведомственной группы, у нас очень все активно продвигается. Нас заверили, что есть небольшие у нас, так сказать, заминки, нам помогут. Мы ориентируемся, что примерно через 14-16 дней подрядчик наберет все-таки необходимый темп, мы получим необходимый объем материалов на этом объекте и, соответственно, те сроки, которые ранее были озвучены, то количество людей, которое ранее было подрядчиком озвучено строителем, значит, на этом объекте у нас все-таки появится. Срок до конца года. Подрядчик уверяет, что Новый год жильцы отпразднуют уже в новых квартирах. Юлия Щепина, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.